Всем доброго дня, и с вами самонастройщик Лёха. В этом ролике хочу поделиться с вами рецептами самодельного антисептика по дереву. В дальнейшем в роликах на этом моменте останавливаться не будем, поэтому все детально расскажу здесь. Зачем нужен антисептик для дерева? Вся древесина подвержена поражению плесенью, грибком, древоточицами. Незащищенное специальным средством дерево намного быстрее поддается гниению и разрушается под воздействием погодных факторов. Это главный лозунг всех, кто продает антисептики. Интересно, что сказали бы наши деды, которые строили церкви, некоторые из которых до сих пор стоят, и им больше 300 лет. Ладно, допустим, тогда был и лес лучше, и экология чище, и бизнес на антисептиком еще пока не был распущен. Самый простой вариант – это, естественно, купить готовый антисептик и не мучиться, и не париться. Но из названия моего канала мы это, конечно же, делать не будем. Итак, я расскажу три самых популярных дедовских антисептика, которые делаются вручную в домашних условиях. Для вашего удобства все рецепты антисептиков я оставлю в описании под видео. Итак, погнали. Первый рецепт самый безопасный как для человека, так и для домашних питомцев. В общем, мазать можно везде, где хотите. Это антисептик на основе фторида натрия. Необходима концентрация готового раствора от 0,5 до 4%. Больше не нужно, мало ли. Весь процесс изготовления данной защитной пропитки очень-очень простой. Берем фторид натрия, выливаем в горячую воду и перемешиваем для полного растворения, соблюдая следующие пропорции. Фторид натрия от 50 до 400 грамм, горячая вода 10 литров. На 100 литров готового антисептика необходимо 4 кг фторид натрия, это для улицы, и туда ближе к полкило для внутренних помещений. Ну, концентрацию будете нивелировать в зависимости от того, что именно конкретно, какие цели. Ну а горячая вода, в принципе, должна быть у всех, но если что, можно развести костер и подогреть кого-нибудь, кто-нибудь. 100 литров готового раствора будет стоить в пределах 800-1000 рублей. Ну, Леха, такой себе рецепт, берешь фторид натрия, размешал в кипятке, вот и все. Практически да, а вот достать сам фторид натрия очень сложно. Хоть это самый дешевый способ из наших всех рецептов, но с достачей его будут у вас проблемы. Поэтому рецепт оставляю тут, а мы идем дальше. Второй рецепт — это уже невымываемый антисептик на основе бихромата натрия и медного купороса. Кстати, мой выбор именно лег на него, но что-то пошло не так. Итак, нам нужны следующие ингредиенты. Медный купорос 1 кг, бихромат натрия 1 кг, теплая вода 18 литров и 9% уксус 100 грамм. Из этого всего мы получаем 20 литров готового неумываемого антисептика. На 100 литров необходимо 5 кг бихромат натрия и 5 кг медного купороса. Ну и пол-литра, естественно, уксуса. Ну, я думаю, это и так понятно. Поначалу мой выбор антисептика падал именно вот на этом рецепте. Но на Авито народ эту тему прошарил и не по-детски задрал цены. В итоге цена на 100 литров готового раствора выходит 5500. По крестьяномометру это дорого. Поэтому я прибегнул к третьему рецепту и сделал пропитку из дерева на основе медного купороса. Прежде чем мы его сейчас будем изготавливать, сразу маленькое предостережение. В отличие от торида натрия, пары медного купороса, которые растворяются в воде, очень вредные. Поэтому, когда будете перемешивать, не дышите. Итак, ингредиенты. Медный купорос 200 грамм и марганцовка 20 грамм. Ну и также 20 литров воды. Для приготовления раствора просто тщательно перемешиваем ингредиенты. Для приготовления этого раствора также высыпаем все в воду и перемешиваем для однородной массы. Вот, в принципе, и все. Для большего удобства и получения однородной консистенции лучше смешивать в горячей воде и еще в идеале в прозрачной таре. И не дышите, а то мало ли что. Итак, на 100 литров необходим 1 кг медного купороса и 100 грамм марганцовки. Итак, на 100 литров необходимо всего лишь 1 кг медного купороса и 100 грамм марганцовки. Бюджет будет в районе 1000 рублей. Нам это идеально подходит. Ну а отработку и битум я не рассматривал, так как битум сильно подорожал, а отработку надо еще кого-то слить. И для удобства сравнения добавим двух конкурентов. Первого конкурента, я даже марку вам не скажу, это самый дешевый вариант за 10 литров, которого нашел в Леруа Мерлен. А второй вариант — это концентрат, это относится к невымываемому антисептику, который, если развести, то он превращается в 50 литров готового невымываемого антисептика.
Итак, подводим под общий знаменатель на 100 литров и получаем, что душман антисептик стоит 6000 за 100 литров, а невымываемый будет стоить 10200. Итак, подводим под таблицу на обычные септики и невымываемые. Итак, мы видим, что обычные антисептики стоят дешевле, чем магазинные, в 6 раз. А вот с невымываемым антисептиком картина другая. Экономим всего лишь в 2 раза. Ну и всего вышесказанного, каждый выбирает для себя, идти в магазин либо готовить самому, но я буду готовить сам. Выбираю рецепт номер 3, покупаю необходимые ингредиенты и приступаю к приготовлению. Берем у супруги кухонные весы и, соблюдая пропорции, готовим антисептик. Наполняем большую тару водой. Высыпаем туда ингредиенты и перемешиваем до полного растворения компонентов в воде. Желательно использовать горячую воду, но не забывайте про пары. Для своего удобства соорудил ванночку, вылил туда около 80 литров готового раствора и заставил дерево в нем купаться. Когда еще дерево было влажное, оно выглядело как дорогой эльфийский лес. Вот запаха особо резкого-то я не почувствовал. Все доски в ванночке удерживал по 4 минуты. Это было как бы и оптимально, и утомительно одновременно. Но зато действенно. Немножко не обошлось без пробоев, где-то пленочка порвалась и корыто начало потихоньку подтекать. Но это не страшно, так у нас дешевый душманский антисептик, если вдруг немножко вылилось, всегда можно подлить за копейки. А вот так вот выглядел уже высохший лес на следующий день. Следующий видос будет уже про сборку каркаса. Ну а пока давайте, не болейте, не скучайте и увидимся.